Всем здравствуйте! Трагический уход из жизни Анастасии Заворотнюк стал огромным потрясением для всех. Многие поклонники до сих пор не могут поверить, что прекрасной няни больше нет. А недавно музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что актриса Анастасия Заворотнюк могла умереть не из-за онкологии, а из-за другого страшного заболевания. Он пояснил, что болезнь артистки была окутана тайной, из-за чего осталось ощущение странности. По его словам, люди с онкологией часто продолжают сниматься, а Заворотнюк оказалась прикована к постели. Ее болезнь была окутана тайной. Все скрывалось. Это оставило ощущение странности. Онкология ли это? Это уже было что-то другое. Бывают болезни пострашнее онкологии, отметил критик. Соседов напомнил, что подобный жуткий диагноз был у композитора Владимира Мигули, который страдал от распада костей. По его словам, при таких заболеваниях сделать уже ничего нельзя. Напомним, что последнее время актриса Анастасия Заворотнюк жаловалась на сильные головные боли и слабость, она очень похудела и почти не могла двигаться. За ней до последнего ухаживал муж, фигурист Петр Чернышов. В последнее время актриса жила у себя дома, в закрытом поселке Крёкшино, откуда ее периодически возили в государственную больницу на процедуры. Уточняется, что в конце 2023 года она прошла дорогой курс лечения в частной клинике, однако рак не отступил. Анастасия умерла 29 мая. Похоронили знаменитость на Троекуровском кладбище 1 июня, но и сейчас могила актрисы утопает в цветах. Петр Чернышов неустанно следит за тем, чтобы на месте упокоения супруги был порядок. Уже совсем скоро пройдет 2 месяца, как с нами нет Анастасии, в этот день ожидается, что на могилу придет много туристов и фанатов знаменитости. А у нас на этом все. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и пока!